Всем привет! Решил снять коротенькое видео, поскольку возникает много вопросов, как разобрать вот эту часть крышки в красном китайце. Вот, собственно говоря, мой красный китаец. Не удивляйтесь, он просто перекрашенный. Я его делал тюнинг, об этом есть видео. Вот. Ну, приступим. Значит, нужно открутить вот этот винт для того, чтобы снять боковую крышку. Когда винт откручен, он подпружинен, снимается боковая крышка. Вот она. Все, теперь основную катушку откладываем в сторону. Как ее разбирать, все прекрасно знают. Вот здесь такой механизм устроен. Нам надо снять вот этот вот блок, вот этот байонет, и он называется. Здесь есть подшипник. Нужно аккуратненько иголочкой или подходящим инструментом вынять скобку пружинную. Будьте осторожны, она часто вылетает. Потом придется ее ловить, искать. Если потеряете, придется ее покупать, либо же изготавливать самостоятельно. Поэтому лучше в этом деле не торопиться. Аккуратненько ее вынуть. Вот она какая. Положить в стороночку. Дальше нам нужно вынуть подшипник. Ну тоже, кто чем пользуется. У меня есть и съемники, есть вот, допустим, на конце кисточки я сделал по внутреннему диаметру чуть-чуть с натягом выборку такую. Вот. Подшипник хорошо встает. Его удобно вынимать. Дальше там лежит опорный пятачок. Его тоже нужно вынять. Если получится вытрясти, значит вытрясти. Но частенько он на масле, скажем так, и поэтому крепится. Кстати, попутно говоря, обратите внимание, я его сделал немножко вогнутым. Для чего это нужно? Для чего это нужно было? Это для того, вот он конусом выгнут в эту сторону. Вот конус. Это для того, чтобы таким образом я отрегулировал положение шпули. Здесь, смотрите, есть винтик. Винтик. Его нужно выкрутить. Берем отвертку и выкручиваем этот винтик. Аккуратненько выкручиваем. Вот. И вынимаем его. Вынимаем или вытряхиваем отсюда. Вот он. Вот он, маленький винтик. Так. Дальше весь этот блок аккуратненько снимается. Но советую поставить положение, соответствующее максимуму, потому что магнитные диски самостоятельно разворачиваются таким образом, что будет соответствовать максимальному положению. Поэтому ставили в максимум и аккуратненько, пошатывая, снимаем. Он на таких вот два отверстия, а здесь два штифтика. Вот они. И два отверстия. Он просто-напросто встает туда. Дальше, чтобы здесь вынять это колесико, вот такая металлическая есть пластинка. Она подпружинивает. Вот она с отверстием. Не забывайте, какой стороной она лежала. Она подпружинивает под шестереночку. Под шестереночку. Когда мы ее извлечем, то у нас спокойненько колесико достанется. Здесь я обращаю внимание, что есть пластинка микроклика. Вот она. Поэтому не потеряйте ее. Ее сюда устанавливаем в обратном порядке. Устанавливается она широкой частью, соответственно, к широким пазам, узкой к узким. И точно так ее сюда обратно вставляем. Все, вот это колесико. Единственное, я обращаю момент, вот колесико имеет такой зубчик. Вот, и, соответственно, это как ограничение действует. Поэтому мы помним, что мы поставили на максимум. Соответственно, в таком положении и устанавливаем. Поставили обратно. Дальше устанавливаем пластинку фиксирующую.
шестеренку, она должна зайти под шестерню и зафиксироваться за такой штифт. Есть здесь маленький штифтик. Все, собственно говоря, еще спасибо. Дальше я катушку соберу, потому что, возможно, у меня закончится батарейка. Аккуратненько все туда ставим, плотненько, завинчиваем винтик, убеждаемся, что мы поставили на максимум. Чтобы потом не переделывать, завинчиваем все это дело хорошенечко, ставим опорный пятачок той стороной, которой нужно. Ставим подшипник и ставим скобку, удерживающую подшипник. Все, собираем катушку. Винтик, естественно, крепежный, закручиваем. Пожалуйста, спасибо за внимание.